Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. Когда наступает сезон для этого продукта? Летом или весной? Хотя помидоры можно купить в магазинах и на рынках на протяжении всего года, но вкуснее всего они в разгар сезона. А длится он с мая по сентябрь, пока стоит теплая погода. И именно в это время томаты особенно вкусные. И сегодня речь пойдет о представленной нами натуральной подкормке для томатов. В открытом грунте, в теплице, которая непременно заставит томаты завязаться целыми гроздями и приносить для вас большой урожай помидор. Можете подкармливать все сорта томатов. Только следует подливать под куст томатов и по листьям их. Это поспособствует непременному увеличению урожая томатов и защитит их от различных болезней. Обязательно попробуйте этот способ, тем более он вам обойдется очень дешево. Эта простая подкормка окажется намного лучше различных покупных удобрений, и томаты завалят вас обильным урожаем, вырастут крупными, вкусными и сочными. Что нужно для этого? Возьмите 1 ложку сухих цитрусовых, лимона, мандарина, апельсина, грейпфрукта, стакан золы и 1 столовую ложку костной муки. Все это следует залить 1 литром кипятка, остудить и сделать объем в 5 литров. На каждый кустик потребуется 0,5 литра этого средства. Желаю вам обильного, хорошего урожая. Благодарю вас за внимание. Всем пока!